Теперь местные мальчишки и девчонки смогут заниматься гандболом, мини-футболом, волейболом и другими спортивными играми. Участие в церемонии открытия спорткомплекса в станице Медведовская принял глава региона Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что на Кубани создана мощная спортивная инфраструктура. И это не только большие арены, но и площадки во дворах и современные школьные стадионы. Спорт высших достижений начинается вот с таких спортзалов. 5,5 миллионов живет в нашем крае. Значит, все детки должны иметь возможность заниматься спортом в хороших, достойных условиях. Спорт пешей доступности – приоритет. Для меня был, есть и будет. Я вас всех поздравляю с открытием такого спортивного комплекса и возможностью заниматься спортом недалеко от своего дома. С праздником, друзья! Совсем скоро такие же спортивные центры появятся в Армавире, Крымском и Кавказском районах. В крае малобюджетных комплексов планируют построить 18. А всего же за минувшие годы в городах и районах края возведено свыше 500 универсальных спортивно-игровых площадок. Кроме многофункциональной игровой зоны, там расположены гимнастические и тренажерные комплексы.